Всем привет! С вами При. Сегодня мы поговорим о прекрасном, а именно о скидочках. Покупать какие-либо вещи в тот момент, когда на них скидка вдвойне приятнее. Ну а если это вещи игровые, которые радуют нас ежедневно, то это вообще классно. В текущий момент, если вы подписаны на рассылку от компании Blizzard, то вам могло прийти письмо о том, что абсолютно на всех питомцев имеется скидка, абсолютно на всех маунтов имеется скидка, ну а также запущен уникальный комплект котиков. Сейчас мы все посмотрим, изучим и немножко выскажу свое мнение насчет текущей ситуации. Сразу же открыв магазин в игре, перед нами находится комплект котиков. Этот классный комплект включает выводок самых пушистых, кошачьих во всем Азероте. Три маунта, четыре питомца. Интересные по своей боевой структуре питомцы, само собой, разных цветовых окрасов. Первый котик у нас рунический, второй огненный, третий оскверненный, ну а четвертый, ну, сколько я правильно помню, из Аргуса то есть, ну, тоже, можно сказать, немножко оскверненный. А маунты эти были введены еще давно, особенно крылатый страж. Ему, наверное, лет. 7 или 8, насколько я правильно помню. Могу ошибаться, конечно, но все же. То, что все эти маунты и питомцы со скидкой, при том колоссальной, это очень интересно. Я помню, в прошлый год была такая же скидка на предметы, которые в текущий момент удалены из магазина Blizzard. Это шапочки на трансмог и еще какие-то интересные вещи. Но тут перед нами маунты и питомцы, которые будут продаваться, как я понимаю, и в дальнейшем. Но просто в текущий момент на них есть скидка. Если есть лишние финансы и было желание давно их купить, то почему бы не обзавестись ими. Питомцы заимели скидку в 50%, кроме крапочки. Есть интересные питомцы, само собой, нововведенные некоторые. Ну, есть старые, например, Пандарен Монах, Коротышка, Рагнароша. Рагнароша, кстати, хороший питомец, насколько я правильно помню, из битв питомцев. Также на абсолютно весь транспорт имеется 50% скидка, но кроме сильверийского сновидца и алебастровых верховых животных. Ну, алебастровые верховые животные, тут все понятно с ними. Сильверийский сновидец, в принципе, был уведен недавно, и поэтому скидки на него не имеется. А вот на всех остальных маунтов, на небесного скакуна, которому очень-очень много времени уже они также имеют скидку. Игрушки, которые начали продаваться в этом году при киберспортивных движениях MDI, тоже обзавелись скидкой 50% почти, и их можно купить. Если вы не купили их ранее, то можно их и заиметь сейчас. В принципе, выглядят они неплохо, и весьма красиво. Внутриигровые маунты, внутриигровые игрушки, питомцы, это классно. Но, конечно же, с целью того, чтобы насладиться игрой по полной, нужно купить издание Battle for Azeroth. Ну, например, тот, кто только недавно стартанул играть. Но если хочется чуточку большего, то Deluxe на них тоже есть скидка и весьма внушительная. Само собой, на Shadowlands, на следующее дополнение, скидки не имеются. Ну, согласитесь, это было бы просто нечестно по отношению к тем игрокам, которые оформили предзаказ во время анонса его на Близконе. Ну, а теперь немножко личных мыслей насчет всех этих скидок и насчет всего такого прочего. Скидки — это хорошо, скидки позволят игрокам пополнить свою коллекцию маунтов игрушек-питомцев, но не останьтесь с нулем. Тратьте деньги с умом. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.